Заезд номер 3. Первая дорожка — Георгия Гуленко. Вторая дорожка — Кулин Кирилл. Третья дорожка — Даниил Железнов. И четвертая дорожка — Виктор Колмаков. Это правая, да, самая? Правая, я напоминаю, что это основные заезды наших учебно-тренировочных сборов. Номер 7.
Первая дорожка и первый кар. Кирилл Пулин. Вторая дорожка, второй карт. Бен хватает. Жордан Делафос. Третья дорожка и третий карт. Никита Казарин. И четвертая дорожка и четвертый карт. Дмитрий Агуленко. Thank you.
Надеюсь, это все было здорово. Да, ребят, спасибо вам, подарили вы нам настоящие эмоции. Ну а у нас на очереди заезд номер 8. И по четвертой дорожке будет стартовать Кирилл Пулин. Первая дорожка, первый карт, Логан Брике. Это тот, который эффектно уже показал, что как нужно ездить на картах. Который участник эффектных фото, я так думаю. Первая дорожка, Логан Брике. Вторая дорожка, Алексей Галкин. Третья дорожка. Так. Евгений Курочкин. И четвертая дорожка, Кирилл Пулин. Thank you.
причина, и оповестим вас, будет ли это рестарт. Первая дорожка — Бенджамин Брике. Вторая дорожка — Дмитрий Томаров. Третья дорожка — Кирилл Пулин. Четвертая дорожка — Карентен Брике. На гонку приглашается с первой стартовой дорожки
Тимур Челухин. Вторая стартовая дорожка — Финошин Михаил. Третья стартовая дорожка — Кирилл Пулин. И четвертая стартовая дорожка — Коневец Григорий. Коневец Григорий заменяет местами. Поближе. А? Запускай, сейчас я это двину. Ага. Так? Да, все. Thank you.
Джордан де ла Фос. Практически французский заезд у нас, дорогие друзья. Нормально все? Не было жестко? А? Все нормально было? Да. Итоговые результаты сегодняшних учебно-тренировочных сборов. 16 место сегодня достается Виктору Колмакову. Под ваши бурные аплодисменты, Виктор Колмаков. 16 место. Спасибо вам большое, кружка ваша. 15 место. Это человек, который, наверное, сделал многие фотографии сегодняшние, сделал фееричным сегодняшние учебно-тренировочные сборы своим вылетом. Логан Брике, 15 место, но он, к сожалению, нас уже покинул, но поаплодировать ему стоит. 14 место, Бенджамин Брике, это тоже француз. 13 место, под ваши бурные аплодисменты, Алексей Галкин! Также ему достается диплом за волю к победе, дорогие друзья! Воля к победе, Алексей Галкин! 13 место! Кружка! 12 место! Сегодня достается Карентену Брике! 12-й! 11-й! Наш французский друг Джордан де ла Фос! И... десятка сильнейших, дорогие друзья. 10 место сегодня уезжает Даниилу Железнову. 10 место. Даниил Железнов, аплодисменты. 9 место. Под ваши бурные аплодисменты. Тимур Челухин. 9 место. Сегодня кружка твоя, Тимур. Спасибо, что посетил нас. Спасибо, неожиданно. 8 место достается Григорию Коневец. Он тоже уехал, да? Нет, где? Он уехал, поэтому он и просил поменять местами заезды. Григорий Коневец. 7 место. Никита Казарин. 7 место. Никита, держи кружку, Энск, картинг тим. 6 место. 6 место уезжает сегодня к Дмитрию Томарову. Дмитрий Томаров, 6 место сегодня. Итак, теперь пятерка сильнейших. 5 место. Пулин Кирилл! 5 место сегодня. Держи. Спасибо большое, аплодисменты. В шаге от призеров. Так сказать, как это в спорте говорят, деревянная медаль. 4 место. Чуть-чуть не хватило. Георгий Агуленко! 4 место сегодня. Георгий Агуленко, под ваши аплодисменты. Давайте его еще раз наградим аплодисментами. Итак, тройка призеров. 3 место сегодня на учебно-тренировочных сборах Новокуйбышевского картинга. Медаль, диплом, кружка и приз от Центра здоровья и отдыха Волжские термы. Отправляется 3 место Михаил Финошин! Бронзовый призер сегодняшних учебно-тренировочных сборов. Спасибо, Михаил, это было красиво, это было хорошо, это было зрелищно. 3 место. 2 место, серебро, отправляется Дмитрию Агуленко. 2 место сегодня, серебряный призер. Дмитрий Агуленко, под ваши бурные аплодисменты. И также Дмитрию достается диплом за лучший круг. Дорогие друзья, именно Дмитрий лучший круг показал. Результат 41,438. Лучший круг у Дмитрия. И
первое место, чемпион учебно-тренировочных сборов. Под ваши бурные аплодисменты, Евгений Курочкин! Первое место, чемпион, аплодисменты, диплом за первое место, кубок, медаль, кружка и, конечно же, приз от Волжских Терм. Друзья, фотосессия, съемки. Давайте насладимся и подарим им еще раз аплодисменты. Спасибо, мужчины. Это было красиво, это было зрелищно, это было по-спортивному. Пойдемте все. Ну и да, поступило предложение сделать одну большую фотографию.